Как выглядит алгоритм сверки с бумажной книгой? Книга Амару состоит из двух частей, из основной и дополнительных строф. Если в основной части нумерация совпадает со стихами, ее проверить легче, то с дополнительными придется проделать дополнительную работу. Я случайно заметил, что в 23 стихе дополнительных строф у нас здесь стоит вирама. Значит, вирама посреди текста всегда должна вызвать подозрение. Или проблемы со шрифтом, или еще что-то. Значит, путем нехитрых махинаций я выяснил, что все-таки здесь ошибка. Да? То есть текст конвертировался изначально из транслитерации в Деванагари, поэтому то, что допустимо там, недопустимо здесь. Итак, я вижу, что строфа начинается с манавьядхи. Значит, манавья. Манавья. И смотрю, сперва проверил, значит, в издании Амару. А 23 номер совпадает. Я там сперва искал, листал. И понял, что ничего там не совпадает. И пошел в конец санскритской книги. Потому что знаю, что чаще всего санскритские книги стародобрые времена все-таки сопровождались указателями. И нашел то самое место. Вот то самое место. Значит, 157 стих. Вот 157 стих. Листаю на 95-ю страницу PDF. И вижу то самое место манавья. Ага. Балан не пяти. Не пяти. То есть я отдельно вырезал три страницы указателя, отдельно сделал файл цифры Деванагари, чтобы было проще сверяться. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мне нужно удалить отсюда этот пробел, потому что я убедился, что в бумажном оригинале его нету. А сюда мне нужно прописать, помимо 23, еще и... Ну, или сюда прописать, или отдельно сделать сноску, скорее даже так. В общем, я отсюда беру и копирую 23, и пишу, что это 157-я строфа. Даже могу для удобства пока себе записать, что это 95-я страница PDF, чтобы проверить, как проверил проверяльщик, да? Вот, то есть, получается, написано слитно, да? То есть, то, ради чего я хотел проверить, то есть, если бы я сейчас сам не исправил, нужно было бы отметить, что, значит, вот как мы запишем, значит, мы можем создать новый файл, dev.trans, значит, следует написать вместо и запустить trans.dev. Вот. Вот так выглядит запись, из которой мне совершенно все понятно. Стих 23 такой-то в дополнительной книге имеет номер 157. В реальном скане бумажной книги 95-ю страницу. А ошибка там такая-то, такая-то. Тогда мне не надо думать, искать и рыскать. Все, я иду в файл, набираю 95-ю страницу или 90, все равно какую, и все. Я вижу то, что мне нужно. Вот. Я не трачу время на поиски. То есть мне нужно, чтобы побуквенно все совпадало один к одному. Если тут есть лигатура, значит нужна лигатура. Если у нас не такая, тогда значит надо отметить. Побуквенно. Если перед Эваграхой нет пробела, то пробела не должно быть. Если перенос там-то, то
нас нужен такой-то. Если цифра отличается, значит, нужно отметить. Мне нужно один к одному. Спасибо.